Продолжаем выпуск. Один из самых топовых артистов СНГ «Монатик» рассказал журналистам «Ревью» об участии в Евровидении 2018. Напомним, в прошлом году певец ярко открывал первый полуфинал, исполнив песню «Кружит» на английском. Тогда «Монатик» буквально взорвал сцену и, как ни странно, вернуться на нее снова, но только уже в качестве участника не хочет. Я себя на Евровидении позиционирую как болельщик. Да и уже столько конкурсов вот прошел. Хочется сегодня исполнять свои песни, писать их, продолжать. Встречаться с людьми, которые приходят к тебе на концерт. Соревноваться по поводу музыки нет желания. «Монатик» участвовал во второй «Фабрике звезд», в первом сезоне «X-Factor», а также в танцевальных телешоу. Так что с него достаточно. Зато у подопечной Данелии Тулешевой все только начинается. После победы в «Украинском голосе» девочка хочет новый челлендж. Америка, конечно, Америка. Мне очень нравится шоу в Америке «America Got Talent». Я не знаю, буду ли я подавать заявку, потому что сейчас хочется еще набраться сил, больше как-то развивать себя в вокале, чтобы уже прийти на новый конкурс и показать новый уровень. Добавим, на съемки проекта уже приглашали казахстанку, и это была малышка Софи Манасян. Но «Монатик» продолжает поддерживать детей, с которыми ему удалось поработать на проекте. Всегда могут рассчитывать на мой совет. Я по мере возможности пытаюсь уделять им время, всегда пытаюсь привлечь их к каким-то активностям. Я отношусь к ним как к своим, правда. Знаете, как классный руководитель, который выпустил выпускников. Прямо сейчас «Монатик» работает над новым хитом, на который после снимет видео. Идет дуэт, но неожиданный. Тот, которого никто не ждет. Дальше не расскажу. Что ж, ждем, затаив дыхание.